Всем привет, ребята! Меня зовут Настя Трушина, и вы попали на мой канал Тру Настя. Сегодня я хочу вам рассказать, и не только рассказать, но и показать, как стоять стойку на руках. Готовы? Поехали! Для того, чтобы сделать вот такую стойку на руках, нужно чуть-чуть размяться. Начнем с кистей. Покрутим их, покрутим, потрясем ручками. Дальше. Разомнем плечики. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, шесть и семь, восемь. И... О, я уже устала. Продолжим. Погнем шейку чуть-чуть. О, хорошо прохрустело. О, косточки на место встали. Дальше, что мы будем делать дальше? Кисти мы размяли, плечи размяли, шейку прохрустели. И можно пробовать стойку стоять. Во-первых, руки нужно ставить на ширину плеч. Вот так. Не так неудобно стоять, не вот так, только вот так. Понятно? Тебе точно понятно? А то будешь сейчас. Ручки ставим полной ладошкой, не сгибаем никуда, пальцы не ломаем. Вот так. Нужно поднять попу максимально наверх, ручки максимально близко к ножкам, поставим на ширину плеч и плавно отрываемся от пола. Вуаля! Наша стойка готова. А теперь стоим ее как можно дольше. Та-дам! Та-ра-та-дам! Чик-чик! Чик-чик! Тирим! На самом деле, стоек много, и можно стоять не только простую стойку, ноги врозь. Можно стоять также в шпагатике. Выходим на ручки и вот так стоим. Ой. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. И надеюсь, каждый из вас попробует стойку. И напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого она получилась, у кого нет. Удачи всем! Стойте на руках!